Складывать? Ну, давай поближе. Ребятки, всем доброе утро. Мы с Сёмой уже на самом деле много чего сделали. Позанимались домашними делами, приготовили покушать, сварили супчик, картошечку запекли. И сейчас сели играть, потому что у нас там пылесос пол моет. И, Сём, что будем делать? Гонку. Ага. Я не монтировала влог. Буду его монтировать, когда Сёма спать ляжет, потому что сейчас... Ну или, может быть, когда пылесос пылесосит. В общем, будем по ситуации смотреть, что мы с Сёмой сегодня бесимся все утро. Ну давай сюда поближе мне их подкатывай. Эти гвоздики. О, сейчас я к маме вернусь. Давай вот сюда к маме поближе поставим. Пылесос, пылесос там, да? Давай, в большой грузовик складывать? Давай. На. Вчера, представляете, я пошла в душ. Стою такая и думаю, вот, завтра пятница, ура, наконец-то. Но потом, когда я вышла из душа и поняла, что завтра только четверг, то есть сегодня, да, и еще 2 дня до выходных, еще там 4 дня до следующей недели, я расстроилась. Облака! И солнышко, видишь, закрывает? Ой, будь здоров, будь здоров, будь здоров. На солнышко посмотрел? Облака, да. Это, наверное, не облака, это... Давай. Вот, потому я расстроилась, потому что, во-первых, на субботу у нас запланирован выход. Мы поедем по магазинам Сёмке обувь покупать. А во-вторых, я жду очень следующую неделю. Я расстроилась. Короче. Печаль печальная, да, Сёмка? Из большого упала. Ну и завтра-то уж точно пятница. Можно обрадовать чуточку. Сейчас у нас там пылесос, Запустим его сюда. Наверное, покушаем. Сёма кушал. Но я бы, наверное, тоже еще покушала, потому что я только чай попила с шоколадкой. Давай, я тебе загружу. Ну-ка. Да. В большой грузовик или в маленький большой валивать? Я уложила Сёмку, и там было так тепло. Хорошо, сладенько. У него там солнышко сейчас. Ну, там с утра и до конца Сёмкиного дневного сна. А там так тепло, я так пригрелась и чуть тоже не вырубилась. Прилегла с ним, просто хотелось полежать и, короче, чуть не уснула. А сюда я зашла в зал, я открываю проветриваться, пока мы там в комнате закрыты, чтобы сильно не сквозило. Я здесь открыла проветриться. Захожу, здесь такая холодина, и мне хочется обратно. Но нужно позаниматься делами, помонтировать видосики. И влог я сегодня выпустила, наконец-то, за 2 дня. Так непривычно выпускать влоги за 2 дня, потому что когда один день на канале нет видео, мне кажется, что я кого-то подвожу, хотя кого я подвожу? Никого же, да? Я снимаю просто о своей жизни. Это не мои прямые обязанности, а просто по желанию, да? Ну, это такое что-то у меня и есть. Что тут пишет? В Телеграме пишет. Выставила. Сёмка спит с трактором со своим. Ну, как спит, засыпает. Я потом его убираю. И грузовичок рядышком с ним лежал. Но вот сегодня в руках именно был трактор. Это так интересно наблюдать, когда у ребенка какие-то любимые игрушки, игры, занятия. С одной стороны, это круто, но с другой стороны, вот эти вот постоянные укладывания с машинками, это очень сложно, потому что он ни в какую, как бы я с ним ни разговаривала, да, там говорила, что машинки там должны спать там, в своем гараже или хотя бы на полу рядышком с тобой, нет, ему все равно хочется спать с ними. Он никак не может от них отказаться. И потом может сидеть минут 15 просто играть, катать их. И приходится уговаривать, лишь бы он лег. Вот такие вот дела. Ладно, я пошла обедать. И всем хорошего дня. Мы вышли на улицу.
но походу скоро пойдем обратно, потому что погода какая-то супер переменчивая. Сначала, пока Сёма спал, такая метелище была, снег резко пошел, также резко остановился, мы начали собираться, потом он опять пошел, сейчас его нет, и что-то мне подсказывает, что будет опять это снегопадище. И Сёмка вон такой счастливый бегает, снег копает, он с грузовичком опять. Я уже устала его после прогулки мыть. Но без грузовичка Сёма не идет на улицу. А если идет, то потом целый час, как гуляем, просто спрашивает, где его грузовичок. Че, на машины смотришь? Там. Да? Покажешься хоть? Снеговик. Сёма тут считает почтовые ящики. 1, 2, 3. Ну-ка, посчитай. Очень смешно. Вы бы видели меня. Тащу просто все игрушки в мире, которые можно было с собой взять. Да, Сём? Что делаешь? А-а-а. Может, домой уже пойдем? Нет? Мы уже давно дома. Кстати, опять жадничаешь? Ну ладно. И, кстати, когда мы домой зашли, снег повалил. В общем, что-то мне кажется, что зима как бы вообще не планирует заканчиваться. Ну да ладно, подождем еще немножечко. Просто по прогнозам я скидывала в Телеграм. И там не очень все радостно. Там еще минус 10. Ну, правда, там еще 0 будет 6 числа. И надеюсь, что после этого нуля хотя бы будет самая низкая температура минус 2, минус 3. И начнет теплеть, но это не точно. Пришел, кстати, Сережа домой. А мы скоро Сёмой пойдем купаться и спать ложиться. Потому что время уже 8 часов. Ты куда? О, ты чинить что-то собрался? Да. Ух ты! И как чинится? Это вообще мастер на все руки. Бардак у нас, конечно, Сёмка. Надо прибраться бы, наверное. Машинки вон в одном месте. Что такое? Жадничаешь? А почему ты жадничаешь? Асима? Жадина говядина. Что? Твой трактор? Да. И ты поэтому жадничаешь? Потому что твой любимый? Ну тогда не дразнись. Не дразнись, говорю.